Сегодня мы доделали почти нашу заимку. Доделали в кавычках. Сегодня 14 августа. Завтра заезжаем, а послезавтра открываемся по водоплавающей. Сегодня мы сделали дверь в доме, порог, полы настелили, печку установили, нары сделали, набрали, на потолке подшили реголитом, чтоб не сыпалось на первый этаж. Потом привезли еще всяких матрасов, одеял, то вот там все лежит. Вот там вон лежат. Зато тут только дверочку надо сделать. Сделали в беседке в нашей стол с лавками. Вот такой стол. Добрый стол, добрый. Вместительный стол. 4 метра и лавки 4 метра. Каких? Больше 4, наверное. 4 ровно я делал. 4 ровно? Ну нормально. Вот. Кажется большой, да? 4 метра самый то. Вот, делов не уродили. Сделали маленькую лавочку. Здесь для посуды будет. И еще ребята строят туалет. Удобство. Удобство. Сейчас пойдем посмотрим. Потому что у нас много кто с собаками приходит. По маленькому можно и за кусты выйти, за угол, так сказать. А по большому лучше ходить в одно место. Потому что собаки могут обваляться. Будут вонять. В общем, гигиена должна быть. Иду снимать. Стройка идет, Сань? Вот, в полном разгаре. Ого! Главное крышку, эту, сидушку примеряем. Положить. Иди-ка, Дим, примерь. Выдержит? Да выдержит. Зачем взяли? Кто будет городить вообще? Может, будет желание. Городить. Ни у кого не будет. А сидушка так, вот она. Строишь, Димон? Да. Давай вот сюда. Это берем. Где там топор? Далеко? Прорезать будете? Зашьете, а потом вырежете очко? Или что? Да нет. Слишком много заморочек, Димон. Да ладно, зашил, до бензопилы вырезал. Так что вот такой вот будет у нас туалет. Обошьем его шифером снаружи и сверху. И сделаем деревянную дверь. Все. Все удобства. Хватит засирать лес. Время, кстати, сейчас уже 7 часов вечера. Мы с 10 часов уже здесь. На заимке. Работаем. Я привезу с этого, с автобуса. Писали все автобусы. Гуриновский последний списали. Да? Чаевничаете? Две до лавы. Нары подметаешь, Саш? А? Нары подметаешь? Да я чуть тебя там, стены, потолок. А, ну, ну да. Так что так, осталось эту времянку мы бросили на крышу. Старенький шифер. Завтра нам нужно завести 20 листов сюда. Свежего шиферка. Уже три, наверное, бодейки.
заведем свежий. Завтра уже заезжаем сюда с ружьями, со всем снаряжением, отмечаем открытие, охотимся. Десятка пенсий, 30 вот десятка, потому что они не пиздят. Продолжим позже.